Снова, дорогие друзья. В общем-то, это игра Медлайк, стрим лодка. Что мы там с этого? Попытка номер миллион. Экстрим лодка. Потому что, ребятки, мне постоянно остается не два, не три, не пять предметов. Один предмет. Вентиль, бензин, свечка, пэток, либо болтки. Я уже устал, ребятки, поэтому я сейчас пройду. Вчера я мог пройти, но вчера мне помешали, там, да. К сожалению, удачные дубли, скорее всего, не выйдут, потому что, да. Ну ладно. Я уже перебандился, да, я все равно уже экстрим в грани 2 прошел. Я уже прошел харс на всех способах. Ну, считай, даже если я не пройду эти звуки вообще, то пофиг, потому что я считаю, все. Я прошел экстрим и в первой части, и во второй части я тоже прошел экстрим два раза. Хард я тоже прошел уже в этой части, поэтому все. Буду проходить третью часть, если что. Вот. Но эту часть я все равно выложу, мне все равно. Просто я... У меня много неудачных дублей, я их не выпускал там. Часов на 10 дублей, если не знаю. Часов на 10, как кажется. Но ролик это все время, потому что сказано много нехороших слов. Дед, оказывается, проснулся, ладно. Не, вот сейчас, если не получится, я ролик все равно выложу. Ролик все равно выложу, да. Ну, потому что здесь идеально спаун, мне тоже не хватало вентиля. У меня был там только второй день, я уже весь спаун зал, там идеальный спаун для лодки. Я уже все вещи там взял, как, но я не смог. Ну, короче, расстроился, да. Ну, потому что реально обидно, потому что вот на вертолете смог, на этом смог, а вот на этой самой лодке. Давай. Дед. Thank you.
Да почему? Она только бежала, я думал, она уже побежала, блядь. Ужасно. У нас нет даже шокера. Ну, это... Вот это вообще ужасно. Но этот ролик все равно выйдет. Вот какая бы попытка ни была, этот ролик все равно выйдет. Потому что мне обидно. Ну ладно. Бензин надо сразу залить. Не, просто реально, я знаю, один неделю спал, но там, я не знаю, где вентиль, там реально экстрим вообще. Ну реально, не так уж и сложно, там, конечно, сложно, блядь, ну легче, ну йоу. Ну я не могу, потому что, блядь. Ну, трек все равно будет. Я уже устал, сколько неудач мы дубли на канале. Уже слишком жестко. Дед? Да бабка, да? Дед, да бабка, ты. А можешь мне без оружия А может здесь шокер? Нет. Находится залезть. Не получилось. Неудачная попытка. Давайте, ладно. Сразу скипнем. Это реклама, конечно. Короче, ладно. Давайте я не буду заканчивать данный ролик. Ролик выйдет так и так. То есть я просто попробую еще раз. Мне все равно, потому что это уже попытка, я не знаю какая. Я уже столько сил, нервов потратил на самом деле. Вот реально. Поэтому мне все равно ролик данный выйдет. Я понимаю, что игра не часто на канале, но что поделать. Мне хочется пройти вторую часть. Все, я избавлюсь от меня пока от первой. Хотя я уже проходил на экстриме два раза даже. Ну просто я не знаю. Ну вот раз. Я понимаю, вот если я один раз это прошел. Ну я прошел уже два, поэтому хочется и третий раз пройти. Не ценил. Ну что, дальше сделаем. Сука ты такая, поняла, блядь. Вот почему, извиняюсь за мат, ребят, почему? Ну, не все равно. Я реально буду все сейчас так попытки выкладывать, потому что
чтобы вы не думали, что мне так легко дается экстрим. Да ни хера, я уже мучаюсь какой день уже над этим экстримом. Мне не хватало то вентиля просто. Ладно, будем что-то ходить. Если сейчас здесь просто даст. Я уже скажу, что 400 баксов, я просто дождусь самого подходящего спауна, который подходит для лодки, и буду на нем проходить. Я понимаю, что вы скажете, что это нечестно, но я уже устал. Там все равно сложно, потому что надо здесь шокеры убивать, бабки, беды, там все равно сложно. Даже кошмар включил. Аж другая музыка сразу стала, видите? Не знаю, что-то на кошмаре захотел. Мне пофиг, этот ролик выйдет. Он будет час длиться, я вот вообще, хоть час. Я хочу пройти. Но все равно. Если это тот спаун, то это идеально. Бабка. Да. Да, ребятки, это тут спавн. Ну чё ты пошёл-то сейчас? Вот что он сейчас пошёл, а не сразу, блин. Нет, ребят, мне нельзя просирать. Вот сейчас день-два, мне нельзя просирать. Вот без рофлов это идеальнейший спавн для лодки. Идеальнейший. Если я просру, я расстроюсь, потому что это идеальный спавн для лодки. Я уже запомнил все вещи, где находятся, там где еду убить надо, где там так далее. Самое главное, что я не могу вентиль нигде найти. Вот реально, я уже пытался пройти, у меня был только день два. И у меня все были, все вещи, блядь, кроме вентиля просто. Давай, бабка. Все, ладно. Только не дед. Почему здесь заспавился? Не заспавился, почему он пошел? Я вот знал, что сейчас будет. Ладно.
чада. То есть у нас есть три вещи. Я знаю, что бензин, булки, свечка. Остался пэдлок. А пэдлок в сейфе. Ой, а пэдлок, да, в сейфе. А сейфки наверху, здесь не очень кусачки. Do you want to play hide and seek? Давай, бабуль, быстрее. Давай. Ну. А мне что-то я хотел убить, на самом деле, я хотел взять и шут, но из-за того, что ёбаная кнопка записи рядом с ёбаной кнопкой кровати. Ладно. Блин, у нас все есть, видите? Даже болтки, даже бензин. У меня есть спарк-плаг, я сосу. Давай. Очень вовремя. Давай сразу за МП. Так, ладно, установим. Не надо отворачиваться, сука. Все, у нас с вами есть газолин кэн, болтки, спарк плаг. Все, я говорю, пэдлок на остановится. Я знаю, план. Наверху будет сейф, для этого нам нужно сейчас еще кусачки найти.
дед спит. Блин, это ужасно, потому что нам нужно донести булки, свечку. Короче, сразу, если там потом сдохнем или пойдем как на первый этаж, вставляем сразу, вставляем свечку, заливаем бензин. Вот. Сашки на месте, втором этаже. Ну, сейчас нет, ну, сейчас. Мне все равно, это ролик все равно будет, даже если не получится пройти. Я ролик увижу. Окей, у нас бензин там, мы сразу, когда попадем на первый этаж, либо сдохнем, там будем сразу ставим свечку и нальем бензин. С чего сразу активируем лом. 네, все, у нас все вещи есть, осталось только сейчас кусачки забрать с помощью лома. Не, сначала мы активируем лом. Или нет, сначала дарим свечку. Thank you.
звонят. Я поставлю режим полета, чтобы... Я поставил режим полета, чтобы мне не звонили. Сука, ну его же не было. Я думал, он не услышал. Он же бывает иногда не слышит, блядь. Ладно. Просто мне обидно, потому что реально осталось немного сделать. Усачки донести, просто пэдл, сейф забрать. О, сейчас пошелки активировать, блядь. А, да, ничего не делает. В пэдлах вентиль. Все. Ну, блин, ребят, я все равно за ролик выложу, даже если получится пройти. Я уже достался. Реально, мне остался просто пэдлок. Yeah.
ебанутся. Ну, Фрейбзи не осталось активировать. Ну, сейчас пойти за пэдлоки. А вот я не знаю, где Венти. Убираем сейчас и Венти, или это. Нет, я не могу. Я еще не знаю, где Венти. Thank you.
прокачал просто, он же... Отлично! Гренни сдохла на 15 секунд. Отлично! Я все расстраиваюсь, чтобы меня увидела только бабка. Но... мне реально осталось немного делать. Да сука, там уела! Не придет, да? Не слушаю. Давай, дед.
реально, вот осталось сейчас 5 лайков, осталось 500. Опять, опять 1-4. И опять одна вещь. Опять, ну, пожалуйста, я прошу пройти, и все, я отвечаю, времени не будет долго. Ну, а может и будет. Так. 13-25. Осталось просто колесо. Пожалуйста, я реально хочу пойти уже. Потому что у Мальцова я уже делал так. Почему дротик не берется? Почему дед не идет на звук? Я ненавижу эту игру, как же они играет, есть время. А чтоб дед ушел вперед. Поспать. Ну я не виноват, то, что я не смог подобрать. Она бы меня сейчас убила бы и все. Ну просто почему? Сейчас я чётко тупо не сдохну. Мне остался вентиль. Вот, не, друзья, удалять ничего не буду. Я просто хочу, чтобы вы посмотрели то, что, ну, игра, ну, реально, сущность игры, это пиздец.
дерьмом просто. Баги одни. Где этот вентиль, блядь, наверху нету. На втором этаже нигде. Я не знаю, где он может быть. Если он какой-то там, блядь, нычки ебаный. Джонни! You want to play hide and seek? Хеликоптер, блядь, наверху ничего нету. Может, в комнате с вертолетом где-то. Снизу, да, я столько сил потратил на свое дерьмо, поэтому я должен пройти. Если я не пройду... Кстати, что я прошел, мне все равно, потому что ранее я не могу просто вентиль найти. Я прошел Грэнни Чаптер 2, я прошел Грэнни Чаптер 2 на экстриме, на лодке, мне похуй, я прошел, читай, мне похуй. Я, почитай, прошел, потому что, лол, но... Я считаю, что я прошел. Я считаю, что я прошел, ребят, мне похуй, все. Потому что мне оставалась одна вещь, у меня было все. Пока. Пока, ребят.